一瞬间定格的一瞬间，飞奔到你的世界探险，爱哭爱笑清晨的脸，牵手校园路上渐行渐远，每一个嘴角上扬的弧线，带着湿漉漉甜蜜的容颜，好像这是传说中的永远，留在我们生命中每一天。年少的时光都用来寻找被风吹起的裙角，被雨打湿的烦恼，那不能形容的美好，让一颗心总在奔跑。年少的时光多用来幻想，光阴静静的流淌，远远的望着你心上，我多想走过去陪你，多想告诉你我心所想。Студенты, сегодня мы поговорим о трагическом мире Виктора Гюго. Для начала откройте страницу. Почему он мне не пишет? Не нужна уже моя помощь? Стоит ли мне звонить ей? Ты в какую пропасть провалилась? После того, как он увел тебя вчера, между вами что-то было? Ничего не было. Тогда что у тебя на уме? Что-то точно было. Мы просто... внезапно не поладили. Ты можешь с кем-то не поладить? Сама задаюсь вопросом. Он внезапно расстроился из-за чего-то. Может, понял, что любовь невзаимная? Ты думаешь о нем? Да нет же. Я просто хочу знать, где провинилась. Ты действительно помешалась? Хочешь, я скажу, в чем твоя вина? Я думаю, все из-за того любовного письма. То письмо, что читали на соревновании, оно... ничего. Но ведь я его не писала. Если человек нравится, можно много чего напридумывать. Задний ряд, хватит разговаривать! Если бы жизнь была лишь вечным сном, только любовь смогла бы пробудить от него тебя. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Лин. Мы не получили вашу почту. Позвонили, чтобы подтвердить, будете ли вы участвовать в конкурсе. Да. Я буду. Подтверждаю участие. Хорошо. Мы ждем ваших работ. Спасибо. Смогла бы пробудить... когда же я смогу открыть глаза? Йоуен, я пойду на студсовет, увидимся. Лу Йоуен.
У меня еще есть занятия, я пойду. Вы с Гуебаем хорошо друг друга знаете? Не очень хорошо. Правда? Разве он не сделал тебе признание? Недавно. Слышала, на последнем соревновании по баскетболу он даже заступился за тебя. Вся школа об этом говорит. Это не имеет значения. Вас обсуждают на главной странице форума. Вы планируете встречаться? Конечно же нет. Здесь люди. Закончим разговор. Послушай, у меня к тебе дело. Можем поговорить? Я как раз искала тебя. Подожди немного. Поскольку тебе известно, что я номинирован на конкурс, уверен, ты знаешь и о том, что это я публиковал работы в газете. Верно. Главный редактор газеты – это мой дядя. В последнее время он постоянно связывается со мной по поводу эскизов, но по личной причине я пока не могу их завершить. Думаю, придется отложить выход новых публикаций. Насколько? Неизвестно. О чем ты говоришь? Ты слышала? Назови мне хотя бы одну причину. Мне жаль, но это очень личное. Я не могу сказать. Как только это будет возможно, я тут же обо всем расскажу. Пошли. Хуаян, нам нужно идти. Гуебай! Гуебай! Ты видел мое сообщение? Если бы мне кто-то нравился, я бы не стала писать письма. Тогда как бы ты поступила? Я бы лично сказала ему об этом. На что ты смотришь? Не знаю, как быть. Ты вчера был... Вчера мне было нехорошо. Давай не будем вспоминать. После занятий сможешь снова прийти? Я думала, что потеряла работу. Хочешь лишиться ее? Нет, ты чего? Но я только что видела тебя с мисс Джоу. Кажется, ей нужна твоя помощь. Вовсе нет. Мне никто тебя не заменит. Я имею в виду, мне нужно, чтобы ты помогла мне с французским. Подожди, мисс Джоу тоже училась на моем факультете. Тебе ведь нужна работа, вот я ее и нашел. Вообще, после обеда у меня нет пар. Могу прийти раньше. Ну, у меня-то есть. Ну, тогда давай определимся со временем. 6 у входа. Как тебе? Хорошо. А это ты специально? Что не так? Вся рубашка в краске. Просто неаккуратный. Так чего не сменишь? Снова испачкаюсь. Какой смысл? Я ведь художник. Тогда я пойду. Увидимся с тобой вечером в студии. Как и она. Никогда не меняет запачканную одежду. Девушка, подбираете одежду своему любимому? Нет, другу. Какой у него размер? Размер.
Вот такой почти. Тогда посмотрите эти два варианта. Извините, нажмите на третий, пожалуйста. Что это с ней? Как ты здесь оказался? Мое имя у тебя в срочных контактах. Забыла? Как самочувствие? Тебе лучше? Ты же не сказал папе? А сейчас? Сколько времени? 6:30 утра. На сегодня урок окончен, студенты. Гуябай, жду у себя в кабинете. Профессор Ся в последнее время часто вызывает Гуябая. Очень странно. А что такого? Он ж золото, сверкающее повсюду. Лин Цзиен, тебе что-то известно? Гуябая словно подменили. Он отлично нарисовал тот эскиз на природе. Не думаете ли вы, что профессор тайком дает ему частные уроки? Вы что, детективов перечитали? Я предупреждаю вас, даже выкинутые им картины идут на вес золота. Какое отношение к этому имеет этот идиот? А вот Гуябай. Доктор, ну как? Результаты обследования готовы. Все показатели в норме. Как ты себя чувствуешь? Сейчас все хорошо. Малышка, тебе просто повезло. Нет ничего серьезного. Но тебе следует заботиться о своем здоровье. Спасибо, доктор. Тогда когда я могу выйти из больницы? Куда же ты торопишься? Мне нужно вернуться на занятия. Какие занятия? Я же твой репетитор. Думаешь, не знаю твое расписание? Тебе стоит наблюдаться в больнице. Отдохни немного. Спасибо, доктор. Спасибо. Ты закончил дипломную работу? Еще нет. Ты на уроках рисуешь спустя рукава, так? У нас факультет масляной живописи, а не традиционный. Да. Нет никаких запретов на рисование, лишь двумя цветами, черным и белым. Но ты же не можешь так каждый урок. Разве не ясно? Тебе нужно исправиться. Сейчас же выполни домашнюю работу в цвете. Сейчас же? Да, в этом кабинете. Краски здесь есть, не закончишь, не уйдешь. Работай. Ты ведь знаешь, как я не люблю больницы. Я ненавижу их. Это всего лишь одна ночь. Но у меня есть важное дело. Мне нужно вернуться. Какое дело? Очень важная встреча. Встреча? Йоу Йен, неужели ты влюбилась? Нет. Тогда что это за рубашка? Это подарок моему другу. Просто другу. Говори мне правду, иначе расскажу о случившемся твоему отцу. Хорошо, слушай. Это подарок парню, которому нравится Сьюзан. Кто это меня вспомнил? Ты зачем ты купила ему рубашку? Все дело в том, что ему нравится Сьюзан, потому
Он попросил совета у меня. Я ему и сказала. Сьюзен смотрит не только на внутренний мир, но и на внешний обращает внимание. У этого парня вкус просто ужасный. Он и попросил меня купить ему что-то классное. Да, вот так. Лу Юен, ты невероятна. Логика сработала на ура. Вот как? Я обязана сегодня ему ее передать, иначе его признание обернется крахом. Слушай, ты же не позволишь этому случиться. Не стоит рушить начало красивой истории. Порой опыт неудачи бывает полезен. С каждым провалом человек становится все мудрее. Я проголодалась. Я весь день ничего не ела. Что хочешь поесть, я куплю. Я хочу... Хочу пельмешки, которые продают около дома. Хорошо. Спасибо, учитель Чи. Янзы, профессор Ся запер меня в кабинете. Сказал закончить домашнюю работу в цвете. Помоги мне с пониманием палитры. По порядку назови цвета. Начиная с большого пальца твоей руки, против часовой стрелки. Первый черный. Дальше хаки, синий, кобальтовый, темно-красный, красный, ярко-красный, фиолетовый, желтый и последний белый. Спасибо, Янзы.想摘下放你胸前，你是我梦的延长线。城市倒映着你脸，才发现从没想过会有没你的那天。这蜿蜒的时间，那一起磨旧的鞋，有脸才不怕走更远。 Прости меня, пожалуйста. Я должна вернуться. Будь спокоен, я смогу позаботиться о себе. Йоу Йен. Гуебай! Гуебай! Ебай, я хотел прийти и помочь тебе. Но профессор Ся и профессор Лин сидят у входа, никак не войти. Давай ты отправляй мне фото. Помогу, чем смогу. Часть дымовой трубы. На красный добавь немного желтого. И к траве следует его примешать, понял? Небо разбавь белым цветом. Совсем немного. Насчет темной части дома. Синий разбавь красным и белым. Красным и белым. В некоторых местах черным. Немного. Там, где совсем темно. Добавь фиолетовый. Понял? Крыша и стена. Крыша слишком светлая, а вот стена наоборот темная. Следует лучше выразить облака на небе.
Даже не знаю, как поверить, что это твои руки нарисовали. Я не совсем вас понимаю. Сама концепция очень хорошая, но... Вот использование цветов. Так, смотри. Да нет же, это не в твоем стиле. Тут попахивает Лин Цзэяном. Гуябай. Что такое? Нет вдохновения, да? Возможно. Гуябай. Я не хотел давить на тебя сегодня. Неважно, каков размер сцены. Самое главное — это холст. И если его размеры невелики, значит, тебе нужно приложить еще больше усилий. Понял, о чем я? Ну что, как все прошло? Спасибо. Мы ж братья. Там ливень снаружи. Ты когда был в студии, видел Йоу Йен? Не видел. Я почти сразу есть ушел. А что? Невозможно. Я пойду. Зонт! Это ты специально? Вся рубашка в краске. Просто неаккуратный. Так чего не сменишь?少的时光都用来寻找被风吹起的裙角，被雨打湿的烦恼，那不能形容的美好，让一颗心总在奔跑。年少的时光都用来幻想，光阴静静的流淌，远远的望着。Гуйбай, ты пришел。Ты все это время ждала здесь? Спасибо. Замерзла? Немного. Даже не знаю, что с погодой случилось. В 7 вдруг резко потемнело, и сразу ливень. Это тайфун. К счастью, я не глупая, наружу не совалась. Твой телефон недоступен? Забыла его. Если бы я не пришел, что бы сделала? Мы же договорились. Я знала, что ты обязательно придешь. Тебе срочно нужно сменить одежду, мокрая же. Прямо здесь? Ну да. Я не буду подсматривать. Я все. Вау. Спасибо. Гуйбай. Кажется, я впервые вижу, как ты улыбаешься. Придется нам сегодня ночевать здесь. А? Нельзя, правила университета не позволяют. Я лучше вернусь в общежитие. Не будь такой ответственной. Погода хуже некуда. Даже если захочешь, не уйдешь. Ну, тогда единственный вариант остаться здесь. Это. Над чем смеешься? Ты не так поняла.
Мы студенты факультета живописи, часто ночуем здесь. Вот я и говорю. Я продолжу рисовать, а ты продолжишь мне позировать. Решено. Наноси краску, как в прошлый раз. Закончишь? Диван твой. Кто знал, что студентка французского факультета способна рисовать ночь напролет? Кто знал, что оранжевый цвет будет заведовать всем ночью? Мы хорошо потрудились. Разве? Знаешь, в детстве я ходила на уроки рисования к талантливой художнице. Со временем поняла, что мне не хватает таланта. Но ты хорошо разбираешься в сочетании красок. Должно быть, мы с ней из одного весьма удивительного места. О чем ты? Я говорю, погода пугает очень. Тебе страшно, но ты улыбаешься? Вот это точно пугает. Гуебай, ты внезапно покраснел, выглядит здорово. Гуебай, а вот теперь симметрично. Я отплачу тебе. Гуебай, а ну стой! Я тебе сейчас покажу! Давай, покажи. Поймай меня, поймай! Подожди, Гуебай! Разве я тебе не говорила содержать одежду в чистоте? Гуебай! Гуебай! Я верну тебе, верну! Гуебай! Я еще не наигрался. Подождешь, пока я переоденусь? Восемь входящих звонков, все от Гуебая. Я попросил кое-кого проверить его личность. Он учится в твоем университете. Это ему нравится, Сьюзан? Чипу, вот чудеса! Я восхищаюсь тобой. Тогда ответь, пожалуйста, признание, что он тебе сделал, было принято положительно или нет? Он... Лу Йоу Йен. Даже после этого ты будешь лгать? Прости меня. Я признаю свою ошибку. Я вчера ходила с ним в студию, потому что он попросил о помощи. И я тебя не обманываю. Рисовали? Да, клянусь. Йоу Йен. Не думала ли ты, что случится, если ты продолжишь так себя вести, а твой отец узнает? Где был Нача? Нашел ли Йоу Йен? Я хотел... Я только что из столовки. Она там сидит с каким-то парнем.
Картины художницы Чи действительно захватывают. Ты же... Дзэ-дзэнь, эта девочка написала тебе признание. Это не я написала, не я! В прошлый раз я не смог представиться. Привет. Я Вэй Цзэцзэнь. Привет. Меня зовут Лу Йоуен. Тоже пришла посмотреть на картины? Слышал, эта картина здесь недавно, вот и пришел ее увидеть. Ты тоже? Я просто мимо проходила. Значит, счастливица. Ранее эту картину нигде нельзя было увидеть. Она из позднего периода творчества художницы Чи Джен. Мастерство почти идеально. Жаль только, что она не закончена. Тебе так нравится эта художница? Да, Чи Джен — моя любимая художница. Ее живопись невероятная, особенно если речь идет о портрете. Персонажи всегда так реалистичны и в то же время крайне загадочны. Цвета отлично гармонируют. Понимание тени и света очень точное. Эта картина способна поразить людей. Мне кажется, это единственная ее работа, которую по-настоящему можно считать особенной. Почему? Стиль ее поздней живописи сопровождается ее личными переживаниями, поэтому картина еще красивее, чем те, что она рисовала ранее. Нарисованная здесь девочка полна грусти. Потому, думаю, если бы цвет был подобран чуть иначе, и фон был бы немного темнее, как и на прошлых работах, тогда бы ее картина казалась еще загадочнее. Твоя точка зрения имеет место быть. Но эта девочка на холсте разве не представительница цветения юности? Думаю, уже в таком случае она автоматически становится загадкой. С тобой я тоже согласен. Правда. Мне кажется, для художницы Чи эта картина является новой попыткой. Видно, как много сил она в нее вложила. Девочка, которую мы видим, неважно, ее ли это образ или сама подача цвета, все находится в единстве. Я думаю, эта девочка крайне важна для нее, для автора картины. И автор надеется, что она будет счастлива. Почему на картине не я? Я нарисовала тебя в будущем. Почему в будущем? Я ведь еще маленькая. Потому что я боюсь, что не смогу увидеть тебя такой. Я и подумать не могла, что ты такой проницательный. Если честно, я всего лишь говорил, что на уме. Вообще, ее работы, которыми я действительно восхищаюсь, не те, что она писала в последние годы, и даже не те, что она рисовала в годы своей мудрости. Я люблю ее ранние работы. В соседнем зале есть несколько. Посмотрим? Давай. Пошли. Ну что, великолепно, разве нет? Частые темы ее работы — это жизнь и смерть. Влюбленность, одиночество с очень контрастирующими линиями и цветными блоками. Очень часто, смотря на эти картины, я ассоциирую их со строчками из песен или стихотворений. Будь она здесь, ты обязательно бы ей понравился. К сожалению, я слишком поздно родился, чтобы встретиться. Когда она покинула этот мир, я был еще совсем ребенком. Если бы только я смог ее увидеть и получить от нее замечание, я был бы очень счастлив. Я дарю это тебе. Мне? Это же подписано от ее руки. Именно. Это ее подпись. В детстве я ходила к ней на уроки живописи. Она хорошо заботилась обо мне, когда у меня были проблемы со здоровьем, и подарила мне 4 закладки для книг, сделанные собственными руками. Одну из них я дарю тебе. Я даже и не думал, что ты лично знакома с ней. Эта вещь дорога твоему сердцу. Почему даришь? Это подарок
Родственные души. Раз так, второй раз отказываться будет некрасиво. Спасибо за подарок, Яуян. Не благодари. Прости. Забыла. Алло? Нет, я помню. Да, я скоро приду. Что такое? Появились дела? Да, это мой работодатель. Один студент с факультета живописи попросил быть его моделью. Так с тобой заговорилась, что забыла о встрече с ним. Думаю, мне нужно идти. Факультет живописи? Я тоже там учусь. Так что уверен, твой работодатель – мой одногруппник. Так ты тоже рисуешь? Ничего удивительного. Моего работодателя зовут Гуебай. Гуебай? Довольно часто в последнее время я о нем слышу. Яуен, у тебя есть лишнее время? Я хотел бы обратиться к тебе за помощью. Хорошо, а что нужно? Знаешь, сейчас я работаю над портретом и очень нуждаюсь в модели, которая разбирается в искусстве. Во время нашего разговора я понял, что нашел нужного человека. Ты хотела бы ею быть? Хотела бы я... Прости. Кажется, это было неожиданно, да? Просто... Просто что? Я ведь уже работаю с другим студентом. Один человек не может быть в двух местах сразу. Боюсь, время может просто не подойти. Не хочу никаких недоразумений. Ничего страшного. Приходи ко мне в свободное время. Еще пообщаемся об искусстве. Что думаешь? Хорошо. Мне нужно поблагодарить тебя. Можно взять твой номер телефона? Яуян, на выходных тебя тоже не увижу. Я хочу приготовить на ужин суп. Завтра Чипу заберет тебя. И все же, надеюсь, как будешь свободна, сможешь заглянуть домой. Суп вкусный, когда свежий. Не нужно. Я хочу узнать у тебя насчет картин. А, картины? Я продал их по партиям. А вырученные деньги, как и желала твоя мать, направил в зоны бедствия. Мне плевать на другие картины, но та, что не была закончена с самого начала, принадлежала мне. Как ты мог продать ее? Разве не знаешь, как она важна для меня? Яуен, я ведь для тебя стараюсь. Знаю, ты, как и твоя мать, мечтаешь стать художницей. Но я боюсь, что ты с головой уйдешь в это дело. Это плохо для твоего сердца. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Я продал все эти картины, чтобы ты жила спокойной жизнью. Жила спокойной жизнью? Может, ты хочешь себя успокоить? Мне все равно, ради меня это или нет. Я обязательно верну эту картину назад. Я так решила. Дочка, надеюсь, придет день, и ты поймешь мои переживания. Гуебай, я пришла. Опоздала на 13 минут. Чего застыла? Садись давай. Сегодня буду просто сидеть? Рисовать не буду? Садись уже, я сам сегодня попробую. О чем сейчас думаешь? Я?
А кроме нас тут есть кто-то еще? Не двигайся. Такая тихая сегодня, даже непривычно. Обычно от тебя много шума. А вот ты обычно какой-то унылый. Я утром ходила в галерею Исинь. Там долго разговаривала с одним человеком. Потому сейчас и молчу, наверное. Галерея Исинь? Дружишь с Джоу Хуаян? Мисс Джоу? Нет. Я встретила там твоего одногруппника, Вэй Цзэня. Вы ведь знакомы с ним, так? Я слушала его рассуждения о картинах. Он многое знает. У него не только острый взгляд, но еще и восприятие живописи просто необычайно. На вашем факультете учатся действительно впечатляющие ребята. Нашел Лу Юян. Я только что из столовой. Видел ее там с каким-то парнем. Значит, это был Вэй Цзэцзэнь. Я хотела бы еще поговорить с ним. О той картине, которая мне нравится больше всех. Но он решил показать мне другие знаменитые картины. Он знает истории создания почти каждой картины художницы Чи. Что с тобой?还是会想念。